8 августа с рабочим визитом Казанский федеральный университет посетила делегация Российско-Таджикского славянского университета во главе с проректором по науке и инновациям Мариной Русаковой. В начале встречи для гостей по традиции провели экскурсию по музею истории, императорскому залу, а также показали аудиторию, в которой когда-то учился Владимир Ленин и Лев Толстой. Далее состоялось заседание с проректором по внешним связям Казанского федерального университета Тимирханом Алишевым. В настоящее время в странах бывшего Советского Союза, странах СНГ, работает целая сеть российско-славянских университетов. И такой университет есть в том числе в городе Душанбе, есть российско-славянский таджикский университет. Его учредителем является Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и таджикской страны. И одна из задач, которую ставит Министерство образования и науки Российской Федерации, это поддержка развития этих университетов. В настоящее время выделяется дополнительное финансирование для того, чтобы они улучшали свою материально-техническую базу, привлекали лучших специалистов, развивали лучшие практики. Ну а для того, чтобы узнать об этих лучших практиках, для того, чтобы они смогли узнать, каким образом мы работаем с талантливыми детьми, со студентами, являясь одним из ведущих университетов Российской Федерации здесь, Министерство как раз попросило нас принять уважаемых гостей для того, чтобы мы провели такую стажировку, ознакомление с практикой нашей работы. Главным вопросом на заседании стало обсуждение дальнейшего сотрудничества Казанского федерального университета с Российско-Таджикским славянским университетом. Как отметили коллеги, совместная работа вузов ведется уже давно. Сейчас коллеги из Душанбе прилетели для того, чтобы перенять опыт Казанского университета в сфере работы с талантливой молодежью. КФУ ведет активную работу со студентами и школьниками. Именно поэтому специалистам Российско-Таджикского славянского университета важно получить знания и программы КФУ в работе с одаренными людьми. Мы приехали сюда с целью познакомиться с работой с талантливой молодежью. У нас, конечно, ведется работа с талантливой молодежью по всем направлениям, и воспитательной, и спортивной, и научной деятельностью у нас студенты занимаются, и творческой деятельностью студенты занимаются. Но поскольку в Российской Федерации это сейчас приоритетом является, то мы бы хотели тоже открыть некий центр по работе с талантливой молодежью. По словам Марины Русаковой, Казанский федеральный университет славится не только сильной образовательной программой, но и впечатляющей истории, которая отражена в музее университета. Именно поэтому при создании истории своего вуза коллеги будут брать пример с Казанского федерального университета. Отметим, что визит делегации был инициирован Министерством образования и науки Российской Федерации. Аделина Абдрахманова, Фарид Захитоглы, Универньюз.